Полицейский, который спас детей от лихача, будет представлен к госнаграде. Глава Хакасии Виктор Зимин поручил подготовить все необходимые документы для награждения Александра Косолапова. Кроме того, семье полицейского выделят 400 тысяч рублей из резервного фонда республики. Напомним, ЧП случилось в субботу на дороге Абакан-Ак-Давурак, по которой ехала колонна из 9 автобусов ПАС. В сопровождении патрульных машин ДПС они везли более 300 детей из оздоровительного лагеря. Внезапно на встречную полосу выехала иномарка. Избежать возможной трагедии удалось лишь благодаря действиям сотрудника ГИБДД, который сидел за рулем одной из патрульных машин. После сильнейшего удара полицейская машина буквально превратилась в груду металла. Автоинспектор чудом остался жив. С многочисленными серьезными травмами его отвезли в больницу. Готовится пакет документов для представления государственной награде майора полиции Александра Косолапова. В настоящий момент его самочувствие удовлетворительное. Медики все делают необходимое для скорейшего его выздоровления.